Александр Петрович. Александр Иванович. Евгений Григорьевич. Воспоминаниями или какими-то размышлениями. Потому что колледж, вот я сегодня ехала на машине, говорю, колледж, все-таки он был создан после Чернобыля, так получилось. И нас собрал сюда Александр Михайлович, тоже специалистов. И я хочу сказать, что вот все время, как я тут работаю, я ощущаю поддержку коллектива. Спасибо большое. И мы все ощущаем. Мы рады нашим студентам, которые тоже, когда они получают знания, и мы видим, что они востребованы, тоже очень хорошо. И особенно сегодня, когда вы строительство атомной станции, у меня сейчас Владислав Петрович шепчет, ты за строительство атомной станции? Все-таки да, я за строительство, потому что мы уже поняли, что такое атом, что такое мирный атом. Могу только поделиться, что когда мы первый раз ехали и въезжали в зону, в Брикете была такая, значит, мирный атом в каждый дом. Вы представляете, как это воспринималось после мирный атом в каждый дом? Ну и сейчас мы тоже за мирный атом. Спасибо вам большое.